Ярко. Едет мужик в пустыне на велосипеде. Я не знаю, как он едет, это вообще не важно. Обгоняет вверх. Да. Это ты говоришь, что ты типа так быстро едешь, жарко же. Он такой, так я еду быстро, меня обдувает. Этот, короче, мужик на верблюде погнал своего верблюда, и через несколько километров верблюд сдох. И мужик такой подходит, ему, замерз, что ли? Все. И смеяться. Короче, знаете, как охотиться на зайца? Вам нужно взять кирпич, перец и все. Кирпич обязательно красный. Кладете кирпич, посыпаете перцем. Бежит зайчик, думает, что кирпич это морковка. Ну, отсталый какой-то. Нюхает, от перца чихает, бьется головой об кирпич, животное погибает. Мне плохо. Помогите. Я видела, я тоже одурела. Глаза дают. Да фу. Здорово. Здравствуйте. Как жизнь? Мы засрали всю машину. Сеня засрал всю машину. Посмотрите. У нее жопа сырая. Да, у меня жопа сырая. Можете посмотреть. Сырая жопа. Це твоя шопа. Ты под своей шопой покажи, что находится. Да, у меня тут все стерильно. Ага, пилки, блин, срань. Это что мы сейчас убрали. Покажи. Это не вам. Это стало. Скажи еще. Блин, уже лайков не появляется целую минуту. Покажи, что надо лайкать. Вот эту фотку. А где ее найти? Едем, едем. Соседнее село. Фига село. На дискотеку. Едем, едем на дискотеку. Что-то горит, и мне страшно там. Сейчас будет Аллах, бабах. Мы открыли наркопритоны, давай, выходите с поднятыми руками. А вот еще одна, они меня взяли в заложники, помогите, пока меня не убили. Вот мы приехали в какую-то деревню, тут квашонки. Сюда? Это локальный мем, никто не поймет. Ну, посмотри, на самом деле. Тут вся конюшня. Ну, это какой-то наркопритон, для бомжей тут заделали. Арсений. Они для лошадей. Новые таблички были не такие. Так, давай, рассказывай, что у нас тут есть. Итак, у нас тут есть две кровати. Третье место, диван, как видите. Трехместный стол. Кстати, да. Рабочий стол и телевизор. Зашибись. Занавески замшевые. А за окном что у нас? А за окном прекрасный вид на Леваду. Зашибись. Где нету наших лошадей. Отлично, пойдем, пойдем. Ты свой видео был снимаешь? Да, давай, открываем. Так, сам. Зашибись. Тут у нас, как видите, душевая комната. Только один минус, она ненадежная. Почему? Чего тебе не нравится? Сюда будет вода стекать. Тупизень. Пойдем. На планерной только такие. Или вообще никаких. Это туалет. Ой. Ревизор это бы не одобрила. Пол грязный. Фига грязный, чистый. Это рисунок такой. Поправка. Шкаф работает. Офигеть. Ну, там такой же зеркальный. Но вообще-то это, ну, нормальная гостиница. Тут все работает. Тут есть вешалки. Это тебе не планерная. Ой. И сам. Ой, смотри, тут есть тарелки для супа. Ничего не. Почему-то тут две. Потому что это так-то двухместный номер. Просто все остальное в подарок. Ну, нормально все. Тут, видишь, два бокала, две чашки. Кто-то будет пить из бокалов, кто-то из чашки. И тут у нас есть шкаф для еды. Только машина туда не поместится. Так, завтра что у нас есть? Мини-холодильник. Не влезет. Советую. Офигеть. И даже... много используемая доска. Ну ладно, покатит. Пока это терпимо. Есть кастрюля, сковорода. Офигеть. Я вешницу и суп. Может, я приготовлю? Мусорка, все, зашибись.
15. Чайник. Полотенечко. Так, время интересных историй. Видите эту тушенку? И видите, вон там человек ржет на заднем плане. Я так, все, давай сюда. Давай. Четко. Чтоб вы знали, у нас нет еды, ну, у нас, у меня нет еды, потому что один очень хороший человек по имени мой папочка любименький. Нет. Проехался по ней на машине. У тебя там целый холодильник. Да я не переживаю. Я до сих пор не могу понять, как можно проехать по еде. Я просто не понимаю, как можно проехать по еде. По еде. Сейчас я плохо. Вы понимаете, там было компот. Трехлитровая банка. А, там была фанта, две бутылки. Как не повезло. Там была куча йогурта. У меня не хватает слов. Уцелела только вот эта банка тушенки. И как ее открывать, непонятно, она рванет нафиг. Так, сейчас у вас будет проходить. Ты куда, простите? До свидания. Ладно, у нас ничего не будет проходить. Здравствуйте. Здорово. Сегодня, значит, записывайте. Сегодня мы будем готовить нарезанного... Бекон. Значит, нам нужен один аутист, то есть я. Нужна сковородочка. Да. Штаны пойти. Шайтан-машина. Как это включается? Шайтан. Смотри, Сень, я научилась. Да, давай надо детскую блокировку включим. Теперь вот сюда. Она не взорвется. А сколько тут максимум? Ой! Батюшки святы. Надо прятаться. Макс, надо открыть. Иначе ничего не выйдет. Теперь мы берем ножик и открываем. Бекон. Да. Сало. Вообще масло для бекона не нужно, чтобы ты знал. Оно тает вообще на своем жире жарится. Так, пошел. Сейчас лишнее сделаю. Мама, ни хрен. Я не знаю, мне кажется, я сделал херню, но давайте попытаемся. Теперь нам надо подождать немного. Значит, до того, как сюда прийти, я 40 минут смотрел шоу на ножах. Теперь точно знаю, как правильно готовить. Чё, ты жрать уже собрался? Так она вообще сгорит. Это такое ощущение, что она выключена. Максимальная мощность. Теперь подними сковороду. О-о-о, ёп. Так, значит, мне... Ой, смотри, движение какое-то. Какое движение? Ух, оп, надо это срочно включать, это говно это, как оно? Да на это по-моему. Блин, Сеня, убавляй. На один делай. Ты лопатку-то что не взял? Где лопатка? А что, лопатка? Да. Живем. Ты идиот. Яичницу приготовить. Где пихать? Сейчас я посуду. А если у вас тут рванет все без себя? Вот теперь на какой стороне я жарил? А все тарелку достань, потому что. Сеня, тут опять загорелось. Снизу. О, все, зашибись, давай переворачивай. Что переворачивает? Это вообще можно снять уже. Да, все зашибенно. Зажарилось. Вообще-то его можно есть и так, но. Ну, да, прям со сковороды снимаешь и весь в масле горячем так закидываешь. А потом умираешь, это что у вас слизистый? Нет, я имею в виду не жаря. Дурак, у тебя есть лопатка рядом лежит, вон там. Вон там вот лежит лопатка, а ты вилками ковыряешься. Ну, я думаю, хватит. Все, зашибись, теперь пойдем. Так, расскажи, что ты приготовил. А, значит, я приготовил... жареный бекон. Я, значит, такой мирно суп в толчке, поднимаю голову.
А тут он такой дерьмо, да, я смотрю. Это воробей, вы чего издеваетесь? Вы смотрите, она... Фокус-то настрой. Да тут не видно, тут, короче, птица духла. Вы видите, вот это вот лапка, я так понимаю. А вон там остальное тельце. Вот так вот вроде получше видно. Птичка, не повезло, и скотина глупая. Как тебе? Значит так, записывайте рецепт. Берем сначала укропу. Нет, Сеня, пожалуйста. Чтобы, значит, приготовить такую вот штуку, надо взять много денег, приехать в Максимум. Купить очень много еды, в итоге забыть соль и масло. И забрать их с соседнего номера. Для этого Саня должна поехать, там вот тоже это, человек. Вот. Максимальная мощность. Сейчас звоню. Сейчас видишь, что такое хрень уже. Сейчас попрет. You touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Таисия, все для тебя. У нас новый... Рубрика. Да, вот. Что в моем? Что в моем? Самые отбитые прически. Давай я сделаю. Самое интересное, ты же не знаешь, что у меня там на голове. Блин, как бы мне глаза, тебя... Давай мы глаза прикроем. Да зачем, господи? Все. Хренач. Все, я... Подожди, опусти голову. Зашибись. Ты типа не захотел. Язык высуни. Да не так. Так, короче, всем здорово. Мы сейчас опять в Максиме. Приехали на соревнования. Это будет первое соревнование в Максиме на открытом грунте у меня. Сегодня мы уже тренировались на открытом поле. Крутенько, классненько. И сейчас я шагаю с лошадкой. О, да. Так вот, живем. Я еду завтра 115, а послезавтра 120. Да. С Хрюнделем приехали сюда. Сейчас очень красиво небо. Видите? Красота. Сеня, как тебе в Максиме? Отлично, хорошо, прекрасно. Замечательно, офигенно через А. Змейка! Короче, вот здесь, не то что в наших отсталых конюшнях, здесь есть такие штуки для насекомых, чтобы они там дохли. А у нас никогда он уже. О, так, короче, отлично. О, да. Фокус. Пойдемте не шагать. Шагать. Не шагать, а шагать. А еще, ну-ка, иди сюда. Моя лошадь сменила кличку и стала Холбей. Нормально. А у меня с лошадью все отлично. Ну что там, что? Кличка-то на слуху. Что? Колбаса? Да, колбаса. Почистить вот. Дина, привет тебе от Касси. Блин. Я снимаю, как Кася балуется языком. Всем доброе утро. Сегодня первый день соревнований. Мы шагаем с лошадью. Собственно, мой влог никак не начинается иначе, кроме как с шагания с лошадью. Вон там идут все с Полиной. Лошади. Не, шок. Collect
sexy ball. Famous, so famous, number one, desirable. I do what I want, when I want, and how I want it. Leave you with the one in the air, that's how I roll. I got changes, bro, I don't care about no goal. Better, so much better, flipping, incredible. Always on the show, so they know that I still got it. And I never feel sorry, yeah, on top of the world. This is me, I'm so royal. And you all wanna be round. Yeah, you all wanna be round. Round a champion, a champion. This is me, I'm still on it. Cause you all wanna be loved. Yeah, you all wanna be loved. By a champion, a champion. Церемонию награждения проводит старший судья соревнований Татьяна Краснова и представитель компании «Дикий медведь» Яна Илюхина. В результате проведенных соревнований в маршруте номер 4 с высоты препятствий до 115 сантиметров второе место заняла Ксения Кузнецова. Она выступала на лошади по кличке «Холлбей». Спортивная школа номер 15 города Рыбинск. Она награждается медалью, дипломом и призом от компании «Дикий медведь». Могу сказать, дорогие друзья. Доска-то в итоге где с ножом? Ты ходила-то куда? Нож-то есть, доски нет. Давай, иди еще раз. Ладно, я пошла за доской. Иди давай. И майонез заходи сразу. Вот это же видео снять спокойно, уже загоняли. Она все жрет. А ты? Я тоже. Так вот. У меня музыка еще. Да. Да не видим. Вижу. Все, красотка. А что я могу сказать? Вот это курица. Кто-то что сделал? Да, но я хотела сказать не это вообще-то. Я хочу сказать, что первый день прошел успешно. Но второе место. А ты? Первое. О, да. Чем буянка. Так, Ксюша выступала не на Холлбей, а на Холлбей. Да, у меня новая лошадь. Кстати, все так и подумают. Даже если скажу, что это неправда, все равно все подумают, что у меня новая лошадь. Потому что все почему-то мало думают, извините меня, конечно. Если что, я занята. Я вот... А еще у меня есть лошадь Кассандра и у меня другое имя. Так, не важай.
Ай, вот это было больно. Моя розетка. Шучу, нет, не моя. Это мое. Ой, уйди вообще. Чемпионки. Живу в номере с чемпионкой. Чемпионки? Это наш шеф-повар. Моя мама. Еще у меня есть преданные фанаты. Блин, они же это посмотрят. Ну ладно. Всем привет моим преданным фанатам. Короче, не все. Нет, эти фанаты знают, что это им привет. Надеюсь, они узнают это. Спасибо, что по ноге меня волосами. Чего? Вы просто посмотрите на это. Ау! За что? Доброе утро, страна. О, здрасте. Мы идем жрать. Потому что халява не должна пропадать. Тем более, если там есть сырники вместо мыла. Давай не начинай свою тему про рулет. Ладно. Короче, сегодня последний день, мы уезжаем. Конечно. Чё ты? Ты же отдыхала все эти дни. Отбрасывался, потому что я смогу выспаться. Да. До обеда. Тоже плюс есть. Да. Tonight we're running on the right track. Я поссал и полон сил.